27 марта 1945 года. В течение 27 марта юго-западнее Кёнигсберга войска 3-го Белорусского фронта уничтожали остатки разгромленных частей противника. Они заняли 5 населенных пунктов, захватили трофеи, а также взяли в плен свыше 4000 немецких солдат и офицеров. Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели городами Штрелин и Рыбкин, крупными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев. За 27 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 190 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 96 самолетов противника.